Привет! Мы герои 108! Линчанг! Прыгающий ужас! Мощный Рэй! А я, как меня звали? Я забыл! Мистик Соня! И у нас сегодня очень важное задание. Нам нужно найти Маркуса! Ну что, ребята, полетели! Нам много книг впереди, много подсказок. Надеюсь, мы найдем. О, а вы кто такие? Флинстон, двери Флинстон. Мы двое братья Флинстоны. Фред и... Барни. Кто кого? Да не, мы не боремся. Мы просто смеемся. Нам весело. Мы будем смотреть, как... Герои 108 будут находить Маркуса. Эй, вы, перестаньте шуметь. Не видите, я сплю. Я хочу спать. Мне завтра на работу. Мне завтра надо работать с президентом России. Дайте поспать. Ну ладно, Путин, мы попытаемся потише, да? Ну все, поехали. Привет, качао, молния! Ты Маркуса видел? Куда же ты, молния? Подожди же ты! Я же сказал, не шуметь! Не шуметь, дорогие россияне, дайте поспать! Ладно, Путин, будем тихо. Так, ну спросим. Где Фунтик? Где мой поросеночек? Какой поросеночек? Маркус не поросеночек, сама ты свинья. И перестань, пожалуйста, смеяться. Заяц. Ну все, заяц. Пока, заяц. Так. Хватит петь! Выключите эту музыку. Пожалуйста, выключите. Кто? Я Бяка-Бука? Я всемогущий Путин. Я сейчас покажу вам Бяка-Бука. Привет, Розовый. Привет, я Лунтик. Ну, что ты делаешь тут у нас? О, давай вместе с тобой будем искать Маркуса, да? Самолетик! Кто угоняет мой самолет президентский? На чем я завтра полечу в Индонезию? Нет, никаких самолетов! Так и проблему не решить. Неправильно делать другому больно. Драться самое плохое, что можно сделать. Какой драться? Никто не дерется. Все спокуха. Какая зарядка? Какой завтрак? Ночь во дворе! Спать уже пора! Вот-вот, я и всем говорю, идите все, россияне, спать! И дайте мне тоже выспаться. Вот как этот мальчик. Берите пример с мальчика большого. Спасибо, мальчик. Ой, я пошел спать, все. И зайчик уже спит, видите, не разговаривает книжка со мной. Уже спят. О, я мистеру Путину музыку поставлю. Японскую музыку. Я русскую музыку хочу! Российскую! Гимн, пожалуйста, России мне! Да где я тебе сейчас гимн России достану? Ты чё, Путин? Ну, девочка, а ты чё делаешь? Наступает ночка. Ты устала, дочка. О, ну вот. Бегали с утра. Глазком спать давно пора. Ждёт тебя кроватка. Спи, мой Путин, сладко.
Вот, спасибо, девочка, ты мне такие хорошие слова сказала. Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Я уже в кровати, не видишь, Барбоскин? Я же сказал, никаких песен. Все, спать. Спать, я сказал всем. Все, хватит песен. Я, президент России, приказываю перестать петь. Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Все, все в кровать. Это я вам, Путин, сказал. Путин. А, волки? Откуда волки? Эй! Охрана! 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 Волки! Волки в Кремле! Нам, пожалуйста, вот это. Вы достаньте из буфета. Нам всего и понемножку. И еще большую ложку. Куда? Какой жрать на ночь глядя? Ты что, Винни? Посмотри на себя. Так уже застреваешь в норе. О, а ты куда потопала? Девочка! Спать давно уже пора. Видишь, даже дядя Путин спит. И тебе пора спать. Молния Маккуин. И никаких ночных гонок. А то я полицию вызову. Вас арестуют. Все-все понял. А ты куда одеешься? Раздеваться надо, спать идти. Ой, как смешно. Ой, как смешно. Кто же нас спать уложит? У нас и дома-то нету. Мы же первобытные люди. Я всех уложу спать. Я всемогущий Путин. Ну, где мои герои 108? Нашли уже Маркуса? Ну, мы пытаемся. Еще осталось чуть-чуть. И мы найдем этого классного мальчика для вас, господин Путин. Ну, давайте, работайте, работайте. Хорошо бродить, Матвей. Кто бродит? Какие карамельки? Кто тут ночью карамельки жрет? Никаких карамелек. Какую кашу? Каша в магазине по талонам, ясно? И завтра будет. А сейчас иди спать, Маша. Привет, я Нолик. Ну, привет. Ты видел Маркуса? Теперь мы друзья. А, ты с Маркусом друзья, да? И ты не расскажешь, где он? Ну, тогда все, тогда иди. Понял, спать! Ох. Трудно все-таки найти этого Маркуса. Он так умеет прятаться классно. Кто тут летает? Какие курицы? Так. Молчать, курица. А то мне очень нравится вкусняшний суп. Куриный суп. Ой. Так что давай молчи. Курица! Все, я издаю указ президента Российской Федерации. Всех куриц завтра в суп! Все, все, молчу, молчу. О, а ты куда намылился с зонтиком? Лето, это просто чудо. Пчелки, бабочки. Какое лето? Лето, фрукты созревают. Дожить надо до лета еще. А ты куда гулять? Спать пора. Ночь на дворе. А ну-ка, мы каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и лечу бороться со злом. Ты чё, девочка? Иди спать. Ты начинаешь что-то не то говорить. Да. Это я, Супермен. Я каждый день прихожу на работу. Твой папа сам каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и лечу бороться со злом. Вот так, Путин-Супермен. Вот. Какие игрушки?
А ну-ка, ложи все игрушки. Спать пора. Кот кататься не привык, а прокинул грузовик. Какой кот? Все игрушки, спать. Никаких собак, никаких кошек. Все игрушки. Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Кто ходит? Где ходит? Где ходит? Кто ходит? Ду-ду-ду-ду-ду. Ой, это же мэтр Голдермайер.